Ну и вы, наверное, уже догадались, что теперь из этого хранилища вам нужно вывести эти элементы в списочек. Все точно так же по таймингу, то есть для фронтенда достаточно просто. На самом деле для мобилок и же с ними вывод он тоже, скорее всего, будет попроще, потому что вы, в принципе, взаимодействию с хранилищем уже должны были научиться. Теперь вам остается только на основании этого запросы, типы запросов поменять и как-то эти данные выдернуть в ваш список. Итак, задание. Достаем данные в список из вашего хранилища. И сразу же смежное задание. Вот у вас страничка элемента, на который вы переходили, там вы данные каким-то образом пробрасывали. Вот там данные должны быть тоже из хранилища. Понятно? То есть в список загрузили из хранилища. При клике по элементу списка переходите на страницу, где данные тоже из хранилища достаются. Вот. Это такое комплексное задание у нас. По таймингу, как и с предыдущим заданием остается. Погнали.